Midnight Rust – новое поколение серверов по Расту. Регулярная система бонусов за онлайн на наших серверах. Рулетка кейсов обеспечит азартную игру. Самые нужные плагины для комфортной игры в Расте. Максимально стабильный FPS и достойная защита. Midnight Rust. Сразись и стань легендой. Ну что, ребята, давайте построим с вами наш бункер. Кстати, играю я на проекте Midnight Rust, ссылку я оставлю в описании. А что нам нужно для этого бункера? Нам нужен полностью гладкий рельеф, а точнее, самый-самый ровный рельеф, который вы найдете. И мы устанавливаем наш фундамент на самый-самый низ, а точнее, именно вот так. По краям него мы возводим треугольные фундаменты, пока что вот в этом положении. И пока мы здесь уже, ребята, давайте сразу апнем наш фундамент. То есть самый нижний фундамент, центр. Вот это будет наша середина нашего бункера. Мы его апнем с вами, ребята, в камень. Здесь мы ставим полустенки. И, кстати, можно будет сразу апнуть МВК. То есть не фундаменты, а сами полустенки. Один раз здесь, один раз вот здесь. И у нас тогда, ребята, получается вот такая картинка. Здесь мы пока ничего апать не будем, я вам расскажу почему. Так, и то есть расскажу почему чуть попозже. Здесь мы ставим сразу дальше треугольные фундаменты. Раз, два, три. Здесь один, здесь один, здесь один и здесь один. И здесь мы ставим с вами квадратные фундаменты. Блин, поставься. Раз, два, три, четыре. Наша картина примерно выглядит, ребята, вот так. Но хочу заметить, это все вроде выглядит нормально, но у нас здесь есть пустое место. И поэтому сюда мы с вами поставим еще два квадратных фундамента, а по краям два треугольных. И наша картина, ребята, выглядит именно вот так. Какой-то нолик, ребят. Ну, нолик это самое-самое такое нормальное. Ну что, ребята, давайте мы тогда апнем все в МВК, потому что это будет такое... Это наша будет середина, это будет наш МВК-бункер. Давайте все апнем. Вот эти два фундамента я апнул в железо. То есть в железо. А вот это я все апнул в МВК. Поэтому, ребята, давайте ставим сразу... крышу. Раз, два, ставься, три и четыре. И вот так у нас получается, ребята, такой маленький МВК-бункер. Да, здесь у нас есть место, но мы это сейчас с вами все заделаем. И это мы сразу с вами апаем также в МВК. Потому что это наша будет такая маленькая крышка. Да, здесь мы больше не вылезем. Да, ребята, сразу пропишиваем set home 1. Ну что, ребята, так выглядит пока что наш МВК, такой маленький бункер. Давайте мы ему сейчас пристроим еще полустенки. То есть она даже, по-моему, полные стенки, кстати, уже никто не поставил. Нет, ставил здесь полустенки, ребята. Поставим раз полустенку, два полустенку. Перевернем это все, конечно. И здесь мы с вами, ребята, также строим. И это у нас, ребята, наш такой мини-миненький маленький бункер выглядит пока что вот так. Давайте тогда, раз мы уже здесь уже начали, тогда сделаем мы с вами еще... полустенки, то есть потолки, и вставляем их именно вот так. Вот это будет наш наша верхушка нашего бункера. Кстати, я выйду пока с нашего ноуклипа и просто так поставим. Первый, второй, третий. Пока что наш бункер. Вот это наша основа получается. Здесь у нас есть МВК-стенки, здесь у нас есть полустенки, и здесь у нас, в смысле, сама и наша крыша. Пройти могут, ребята, только вот здесь. То получается только вот здесь. Но мне кажется, даже если они пройдут вот здесь, то есть вот здесь они завалят, ребята, то, мне кажется, они даже не смогут зайти сюда. Если даже они увольнут вот эту стенку, они не смогут зайти, ребята. Хоть как-то не врись, они сюда никак не зайдут. Им придется тогда валить уже все остальные стенки, потому что никак они здесь больше, вы видите, никак сюда зайти просто невозможно. Никак. Ладно, ставим назад наши стенки. Ну что, ребята, наша основа выглядит именно пока что вот так. Давайте продолжим дальше, ребята. Здесь нам уже надо будет ставить еще фундаменты вокруг дома. А точнее, уже заниженные фундаменты на самый низ. Поэтому я вам говорю, ребята, и когда вы будете строить этот бункер, вам надо будет ставить самый-самый низ. Потому что здесь мы будем с вами, ребята, строить именно вот так вот дальше. И все это у нас будет в металле. Увидимся, как я... после того, как я это все поставлю.
что, ребята, я апнул это все в металл. Также вы это можете, в принципе, апнуть и в камень, потому что здесь будут стоять крыши, и, в принципе, этот фундамент даже не будет видно. Но я, как бы, все захотел апнуть в металл, потому что у металла, конечно, прочности больше, чем у камня. Ну что, ребята, давайте будем ставить наши первые крыши. Они ставятся именно вот так. Вот так, и идем дальше с вами, ребята, по периметру, да, конечно. Это будет, ребята, выглядеть примерно вот так вот. Да, это все в соломе. Если мы это апаем, допустим, металл, то наш фундамент, в принципе, не видно, ребята. У нас видно только нашу крышу. У него, конечно, маленький стейбл, понятно, там ничего снизу нету. Но, в принципе, мы еще даже здесь можем, ребята, если вам так кайф, можно даже поставить именно вот так вот всякие там полстенки. Но это, не знаю, это уже на ваше усмотрение. Я буду делать именно без вот этих вот стенок. Ну что, ребята, увидимся пока, после того, как я все стенки застрою и апгрейджу это все в металл. Ну что, ребята, вот так вот выглядит сейчас на данный момент наш бункер. Да, ребята, на этот бункер уходит немало ресурсов, немало металла, немало МВК. Но вот эти вот стенки можно сперва, ребята, апнуть в камень, а потом уже снаружи просто дапать уже в металл, когда у вас будет достаточно металла. Или просто поставить маленькую кибитку 2 на 2, нафармить себе сперва ресурсов, а потом уже строить вот такие вот бункера, ребята. Ну что, смотрим. Дальше, что мы можем сделать дальше? Дальше мы можем с вами, ребята, построить вот здесь вот такие вот полустенки. Получается, раз, два. Давайте это сразу сделаем ап 3. Ап 3 сделаем. В принципе, вот так можно сейчас везде поставить наши стенки. Апаем металл. Металл. Блин, что я делал? Апаем металл. И вот так идем, ребята, по кругу. Ну что, ребята, мы застроили наши полустенки, наш бункер выглядит именно вот так, ребята. Мы можем здесь сделать следующее. Мы можем здесь сделать себе либо один, когда мы прописали здесь set home, получается, вот. Это будет наша вся лутовая. То есть здесь у нас будет стоять шкаф. Так, кстати, давайте его поставим. Ну что, ребята, вот так у нас выглядит наш бункер изнутри. У нас есть верстак третьего уровня, у нас есть два больших ящика, вот он и вот он. Шкаф. Три печки и 5 маленьких ящиков, ребята. Здесь вы можете складывать весь ваш хлам. Кстати, может быть, подумать куда-нибудь еще один ящик записывать. Да вот, допустим, даже есть 6 маленьких ящиков, ребята. Это просто совершенство. И самое главное, ребята, у нас есть спальник, у нас здесь set home, и у нас даже есть, ребята, здесь турель. И вот так это все вот на таком вот маленьком 4 на 4 фундаменте вместе с крышей. Давайте, ребята, застроим наш остаток бункера. А точнее, нам надо будет здесь построить вот такие вот полустеночки, ребята. Давайте я выйду из ноуклипа. Да, нормально, вышел из ноуклипа. Вот так, ставим наши, ребята, стеночки. Ставим эти стеночки также с другой стороны. И здесь уже, ребята, уже на ваше усмотрение. На что вы будете их апать? Будете их апать в камень или вы будете их апать в металл? Я, наверное, их апну, ребята, в металл и построю также здесь потолки. Ну что, ребята, наш бункер теперь выглядит примерно вот так. У нас здесь одна маленькая проблемка есть, ребята. А так, что мы здесь не можем поставить... То есть здесь мы можем поставить, а здесь мы не можем поставить пол, потому что нам мешает крыша. Но это, ребята, вовсе не проблема. Что нам теперь остается, ребята, это именно вот так вот. Ну, в принципе, это может быть все застроить. Это сейчас сделаю, все застрою, наверное, в каменные буферки, чтобы было больше прочности. И нам надо будет, ребята, ставить именно вот так вот по всему периметру еще раз крыши. Ну что, ребята, увидимся. И да, ребята, как вы видели, здесь я также не могу поставить никакие фундаменты, то есть, или даже полы, потому что здесь просто мешает нам крыша. Но это не проблема, ребята, это будут у нас такие маленькие мертвые зоны, ну, в принципе, здесь ничего такого особенного нету. Давайте застроим все крышей. Да.
да, ребята, и хочу сразу заметить, если вы будете ставить стенки, то есть вот эти вот крыши, то они не всегда ставятся. Вам поможет, ребята, вот эта вот лестница. Вы ставите эту лестницу, забираетесь просто наверх и можете с помощью нее, ребята, поставить крыши вот в таком вот положении, чтобы не было потом в комментариях, что я... Отлично, я сломал какую-то лестницу, которую не должен был ломать. Чтобы не было потом в комментариях, что я... пользуюсь флайхаком и флайхаком все строю, ребята. Нет, вы можете ставить вот эти вот лестницы, и с помощью них вы можете ставить вот эти вот крыши без всякого флайхака и без всякого ничего. Ну что, ребята, вот так вот выглядит пока что наш бункер. Так выглядит, как такой маленький шалашик. Давайте теперь, ребята, апгрейдим это все в наш металл или в камень, как вам удобнее. Я буду делать металлический бункер. Его также можно будет сделать и полностью из МВК. Но это уйдет немало МВК. Поэтому мы, ребята, будем сами делать все в металле. Ну что, ребята, вот так вот выглядит наш мега-бункер. Полностью стак из крыш. И как бы, да, ребята, здесь, конечно, стейбл не такой уж и большой, но здесь понятно, что здесь стоят просто крыши. И вот так у нас выглядит это все изнутри. А здесь, ребята, самое важное, мы можем с вами, и либо вот здесь у нас, получается, есть фундамент, да, вот у нас, допустим, фундамент. Здесь мы можем с вами, ребята, прописать home 2, и здесь мы можем с вами, ребята, прописать set home 2. Получается, у нас здесь фундамент, здесь мы можем себе даже сделать такую маленькую кибитку вот сюда, да, правда, надо будет учиться потом отсюда еще и выбираться, надо присесть и просто подпрыгнуть. Можем с вами здесь, ребята, еще построить такую типа как мини-базу, то есть можем здесь поставить такие, то есть не сюда, а примерно вот так, ну, то есть здесь все застроить сперва, конечно, чтобы было прочнее, то есть здесь мы пока сделать это все не будем. Будем делать это вот так. Вот так, вот так, вот так. И что, ребята, это сейчас все быстро застроим. Мы с вами увидимся буквально через парочку минут. Ну что, ребята, вот так выглядит вот наш мини-бункер. Такой, все в крышах, непонятно что где. Ну, в принципе, понятно, что весь лут будет в центре. Но как до него добраться? В принципе, все будет рейдить вот отсюда. Ну, как бы, не знаю. Ну что, ребята, смотрим. Здесь мы можем себе сделать еще такую маленькую комнатку. Здесь у нас есть... спаун-пункт, то есть здесь мы поставили set home 2, и для полного комфорта, ребята, даже сделаем вот так, мы скрафтим маленький ящик, запендурим его сперва, сперва вылетим отсюда, поставим здесь ящичек примерно вот так, и чтобы потом, когда мы будем здесь появляться, чтобы мы могли спокойно запрыгивать сюда. Здесь мы можем, ребята, с вами построить такую еще маленькую комнатку. Здесь можно поставить много печек, там, туда-сюда, ящиков. Но я буду делать это как закрытый, пока что закрытую комнату. И будем это все пока заделывать с вами. А здесь, ребята, мы ставим еще стенки. Здесь, даже здесь можно поставить стенки. Нормально так. Ставим здесь стенки, ребята. Апгрейдим это также все в металл. Металл все вот так апгрейдим. И здесь также ставим, ребята, крышу. Крышу. Металлическую, ну, то есть металлическую крышу. Все апгрейдим в металл. И, ребята, здесь нам остается только поставить уже окончательные крыши в пределах вот так. В принципе, понятно, где везде здесь лут стоит, но непонятно, как его зарейдить, потому что домик такой-то не такой чересчур и актуальный. Получается, если не будет рейдить отсюда, они скажут: о, здесь много стенок, давай будем рейдить отсюда. Они рейдят отсюда, им встречаются вот такие вот ловушки в виде турели и гантрапы. Они прорывают одну стенку, видят честненько, прорывают вторую стенку. Да, здесь как бы можно будет еще вот это все апнуть и в МВК. Это не будет видно снаружи. Хотя нет, вот эта стенка, по-моему, будет. Да, вот эта стенка будет видна, что это МВК. Ну ладно, бог с ним. Прошу заметить, ребята, этот бункер хавает 173 МВК, 1730 камней, 4735 металла в сутки. Этот бункер предназначен для двух игроков. И эти ресурсы, что пожирает наш бункер, эти два игрока смогут в легкую накопать, нарубить и переплавить. Печки есть, шкафчики есть, все есть. Верстак третьего уровня у нас также имеется. Ну что, ребята, с вами был ваш НК Плейс. Прошу ваши комментарии, что вы скажете про этот супер-мега-бункер. Я еще такой бункер еще никогда не видел. Я его сделал так чисто по фану. Еще не проверял на серверах, но мне кажется, он довольно такой стабильный. Особенно с множества таких вот стенок. С вами был ваш НК Плейс. Играл я на проекте Might Night Rise. Ссылку я оставлю в описании. Увидимся, ребята.